Масло, крупы, мука, мясные и рыбные консервы. И не только. В Дубасарах людям с инвалидностью выдали продуктовые наборы. Пришла за подарком и Ефимия Кириллова. Более 30 лет она работала на дубасарской птицефабрике. И почти 20 лет уже на пенсии по инвалидности. Все мы жем. И масло, и консервы дают, и гречку дают, хоть и дорогая, крупы, сахар. Все дают. И торт даже дает вафельный. Дают, когда два раза, когда три, и моющее средство, и продукты, пока не обижают. Пришла за продуктовым набором и Надежда Кваченко. Она работник службы социальной помощи на дому. Продукты берет не для себя, а для своей подопечной, инвалида второй группы Натальи Корческу. Очень даже ждет, радуется, что все показывает, вот что дали, она очень благодарна. Такие акции два раза в год ко Дню Республики и ко Дню инвалида, для того, чтобы поддержать и порадовать людей вот такими маленькими, так сказать, подарочками. Те, которые у нас маломобильные, то наше социальное такси развезет всем по домам, кому надо, продуктовые наборы. В Дубасарском районе 175 человек получили продуктовые наборы.